Капитанский подъем, офицерский выход, топорик, ласточка – сложнейшие элементы воркаута, с легкостью выполняет Данила Крайнов. Парень уже полгода тренируется на стадионе Видновского художественно-технического лицея. Здесь есть не только спортивная площадка для занятий на турниках и брусьях, но и футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры. Таких площадок много, но самое оптимальное – близко к дому, то, что ходить очень удобно. Очень много элементов можно, как бы, свободное пространство, все что угодно делать. Современный стадион на территории учебного учреждения открылся в 2015 году одним из первых в районе. С тех пор еще дня не было, чтобы он пустовал. Сюда приходят заниматься дети и взрослые со всех близлежащих домов. Ежедневно прихожу в свободное время. Люблю заниматься, поле хорошее. Играете в футбол? Футбол играем, да. Летом спортивный объект начинает работать с 6 утра до 22 часов. В вечернее время народу здесь больше всего. Подростки объединяются в дворовой команды и играют в футбол. Ребят приходит много, занимаемся спортом, обычно бегаем здесь. Все замечательно, мне все нравится. За несколько лет реализации муниципальной программы «Школьный двор» в Ленинском районе построили 13 спортивных площадок. Теперь заниматься спортом видновчанам можно в любое удобное время и совершенно бесплатно. В этом году новые современные стадионы будут обустроены на территории еще 4 образовательных учреждений района. Ирина Бокова, Евгений Садовский, Екатерина Чинышова, Видное ТВ.